Иван. Привет. С наступающими новогодними праздниками. Антон, что ты приготовил нам для того, чтобы наши новогодние праздники были лучше и легче? Хорошо, Антон, но это-то все понятно. Что вот это, Антон, вот дорогой? А вот проходи. Объясни мне, а вот проходи, вот помнишь? Все? Сейчас, секунду. Помнишь, ты в прошлом году разбил плазму? Да. Нет. Я не помню. Помнишь, в прошлом году ты разбил плазму? Новогодняя программа? Конечно. Не было этого. Было, было. Сейчас я тебе покажу. Сейчас. Вот смотри. Смотримся вместе. Пожалуйста. Это ты? Ты. Это я? Это я, Максим Матвеев и Лиза Боярская. И я бросаю... Антон. 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 Хорошо. Что это такое? Это... Теперь давай я тебе расскажу. Смотри, вот это, по сути дела, это настоящая голограмма. Да. Значит, как все сделано? Я пока включу одну из программок, чтобы мы могли параллельно смотреть. Вот. Да. Значит, вот это вот сухой пар. Извините. Да. Тут что-то было нарисовано. Это сухой пар, при этом вот потрогай. Да. Рука совершенно не... Да. У тебя рука намагниченная какая-то. Рука сухая. Да. Значит, так. У тебя рука совершенно сухая, то есть у тебя все вокруг будет сухо. Абсолютно отечественная разработка, родина прибора, знаешь где? Где? Астрахань. Где арбузы? Астраханские! Конечно. Наши астраханские, да, жидкие телевизоры. Точно. Смотри, вот эта вот программка, ты можешь что-нибудь здесь аккуратно это ребята, рисовать. Это какой-то что-то ужас какой-то. Антон, во-первых, не рисуй, это у нас все-таки программа, которая... Нет-нет, да и посмотрит кто-нибудь. Давай, можно, я могу что-нибудь нарисовать? О! Ну, как? Да, неплохо, да. Вот тоже неплохо. Потрясающе. Помогу я написать, смотри. Ну, как бы... Антон, понятно. Пока Антон, ты... Антон, можно ты ли пишешь, смотреть на ней телевизор? Можно смотреть телевизор, можно смотреть... Ну, ты видишь, качество... Аватар. Где лучше посмотреть аватар, как вот не вот на такой жидкой штуке? Мне, слушай, кажется, очень интересно. Я понимаю, 3D. Что это вообще можно где угодно. Заливаешь воду. А можно ли, Антон, да, сразу у меня к тебе вопрос, а можно ли залить не воду? Можно ли, можно залить, все-таки не... Новый год, можно ли залить белого венца, чтобы стоять здесь и нет-нет, да и... Нотка миндаля. Да, нотка, чтобы... В принципе, может, там вообще стоит датчик, который определяет, вода или не вода, но его можно отключить принудительно. Слушай, вот. Это потрясающая вещь. Так. Так. А что еще можно тут делать? Я хочу просто посмотреть. Вы знаешь, как будто у нас замечательный вечер. У меня слишком сильные пальцы. Я, видишь, проматываю сразу. Да. Вот. Что ты, Антон? Что это? Антон? Опа! Опа, пожалуйста. Вот так вот. И все. И да, и пошло видео. Слушайте, друзья, это фантастический. Давай, Антон, скажи... посмотрим здесь. Антон. Вот отсюда будет лучше, Антон, видно тебе. Слушай, Антон, действительно, это все так и происходит. Скажи, пожалуйста, это же получается первый раз можно телевизор с утра, а если отец выпьет все, чем заправляется этот телевизор? А тут не надо рассол заливать тогда, просто вот в эти вот в контейнеры. И просто воду. Просто обычную воду. Друзья, конечно. Это была рубрика «Я живу с Антоном Камоловым» уже в 21 веке.